среду в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем 0 плюс 2 градуса, ночью 0 плюс 1. Сохранится сильный ветер, юго-западный 4-6, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, дождь, в светлое время суток плюс 2, в темное плюс 1 градус, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти на небе тучи, снег, днем плюс 1 градус, ночью 1 выше 0, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 1 градус, ночью нулевая температура, юго-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.